Бедный песик Эдвард был никому не нужен и просто слонялся по улицам. Конечно, такая суровая жизнь отразилась на питомца различными болезнями, худобой и отчаянием. Эдвард уже не надеялся на то, что кто-нибудь сможет ему помочь. Поэтому он спрятался за бетонным блоком и ждал своей смерти в куче мусора. Но о бедняге узнали сотрудники помощи животным без границ и тут же ринулись его спасать. Когда спасатель подошел к Эдварду, тот из последних сил поднял голову и понял, что за ним наконец-то пришли. Его сначала накормили, назвали ласковыми словами, а затем попытались поднять, но это было не так-то просто. Пес сильно испугался, ведь его давно не брали на руки, да и болезненные раны давали о себе знать. С горем пополам, но людям удалось перенести Эдварда в машину, а дальше его повезли в ветеринарную клинику. У бедного животного врачи выявили чесотку в запущенной стадии, а его тело представляло собой одни лишь кости. Чтобы хоть как-то унять боль, питомцу протирали кожу лосьоном. В это время он вел себя очень спокойно и смирно, будто именно таким образом благодарил своих спасателей. Если бы Эдвард пролежал в том самом месте еще хоть немного, его могло бы уже не быть, но, слава богу, все обошлось. Только спустя 8 недель животное полностью выздоровело. Оно будто стало совсем другим псом, которого было не узнать. Теперь это радостный, позитивный и игривый питомец. Эдвард обожает обниматься и общаться со своими новыми друзьями из приюта. Надеемся, что очень скоро песику найдут гостеприимный дом, где он сможет наконец-то стать счастливым обладателем настоящей семьи. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.